оцениваешь встречу, которая произошла 5 июля, и когда будет следующая? Ну, если так смотреть, это, по сути, в общем-то, такой исторический, можно сказать, момент, когда материализовались из МЭТа группа патриотов, порядка там 25 человек. У нас было на прошедших встрече, у нас общие интересы. Сама встреча была очень такой нужной, я считаю. Мы нашли новых товарищей своих со сходными мыслями, со сходными подходами. Все они во главу угла ставят величие нашей страны, единство ее, естественно. И, в общем-то, она шла почти 4 часа. Мы обсудили практически все вопросы. И это уже есть костяк нашего так называемого клуба, так сказать, патриотически настроенных граждан. Более того, назначены следующие сроки. Это будет 19 июля, в следующую субботу. У нас будет еще одна встреча, на которой мы уже ожидаем порядка 60 человек, так как интерес появился и проявляется. Все это очень интересные люди, умные, со своими подходами, заставляют наши мозги тоже весьма так шевелиться, потому что вопросы бывают разные, на которые, в общем-то, надо как-то и найти ответ. Мы ищем эти ответы вместе. Основная направленность нашей вот этой группы – действие против пятой колонны, которую будет сейчас снабжать после третьего чтения, значит, так сказать, Сенат США выделяет, как мы знаем, 30 миллиардов долларов на борьбу с так называемой какой-то там российской агрессией. Ну, то есть эти 30 миллиардов долларов будут вложены в наших оппозиционных деятелей, всевозможных мастей, которые должны будут, по их мнению, по мнению Соединенных Штатов, разорвать Россию изнутри, так как внешний враг никогда не сможет ничего сделать с нашей страной. Вот для борьбы с этими проявлениями пятой колонны, в общем-то, и собирается наш клуб, собирается все больше и больше людей вместе, краснодарцев, жителей Кубани. Я думаю, мы сможем собрать достаточно людей для того, чтобы какие-нибудь действия, типа как в Одессе или где-нибудь в Харькове, никогда, ни при каких условиях не смогли повториться на территории нашей страны, в частности, в городе Краснодаре.